вам человека, уважаемые наблюдатели. В 2018 году, в соответствии с докладом программы развития ООН, Республика Беларусь впервые вошла в число государств с высшим уровнем человеческого развития. В этом зале, как и в стенах ООН в целом, общепризнано, что устойчивое развитие как процесс и уровень развития любого общества как результат напрямую зависят от соблюдения прав человека и каждого конкретного гражданина. Безусловно, в Беларуси многое еще предстоит сделать, и работа по совершенствованию общественно-политических и социально-экономических отношений ведется на постоянной основе. Однако оценки ООН подтверждают, что Беларусь движется в правильном направлении. В этой связи, как и прежде, мы глубоко убеждены, что ситуация с правами человека не заслуживает рассмотрения в Совете ООН по правам человека, и тем более в рамках пункта 4 повестки дня. Мы также убеждены в нецелесообразности наличия специального докладчика СПЧ ООН по Беларуси и продолжаем настаивать на политической мотивированности самого факта его создания, как и ежегодного продления его мандата вопреки реальной ситуации на земле и здравому смыслу. При этом хочу подчеркнуть, что Беларусь строго придерживается взятых на себя обязательств по взаимодействию с правозащитными структурами ООН. Для системного направления этой деятельности в стране имеется инструмент в виде национального плана действий по правам человека. Как элемент содействия этим усилиям в рамках команды ООН в Беларуси действует представитель УВКПЧ. Как итог последних усилий, Беларусь не имеет задолженности по докладам в договорные органы. И хочу особо подчеркнуть, что в случае действительного интереса вы можете найти ответы на все вопросы и рекомендации специального докладчика по Беларуси в докладах белорусского правительства в адрес договорных органов, включая в Комитет по правам человека в 2018 году. Мы так же, как и вы, против дублирования. Хочу особо отметить тот факт, что с озабоченными членами международного сообщества мы обсуждаем их озабоченности напрямую. Чуть более недели назад в Брюсселе состоялся очередной раунд прямого двустороннего диалога по правам человека между Республикой Беларусь и Европейским Союзом, инициатором резолюции по Беларуси в СПЧ ООН и инициатором создания и продолжения работы специального докладчика ООН. Повторяем, что полагаем рассмотрение ситуации в сфере прав человека в Беларуси в стенах ООН неадекватным целям и задачам ООН и Совета ООН по правам человека в частности. Подтверждаем свое принципиальное неприятие самого Института страновых резолюций в Совете ООН по правам человека и в ООН в целом. Благодарю за внимание.